Здравствуйте все, hello everyone. Сегодня я хотел взглянуть на коллекцию, показать коллекцию старинных монет. У меня есть некоторые старинные монеты и царской России, старинные монеты и Литвы, и некоторых других стран. Начну с самой лучшей качества, которые сохранились. Вот такая монета. Это 2 копейки 1908 года. Кто знает, может сказать, что за монеты. Качество отличное. 2 копейки. Герб просматривается, орел. Есть и 1 копейка 10-го года. Когда их использовали, может сказать в комментариях. Эта коллекция не моя. Это коллекция отца моей жены. Вот это старая монета, но уже и выглядит нехорошо. 1 копейка 1797 года. 223 года. Инициалы ЭМ. Конечно же, это, я не знаю, какой король был на России, Павел или какой, не знаю точно. Но уже временем покоцано. Ой, 1797 год. Это монета копейка 53 год. Кто знает, кому принадлежала, какой эпохи эта монета? Можете сказать, я точно не знаю. Но качество тоже уже не очень. Эту монету, наверное, все знают. Все знают этот рубль СССР. Почти 1 килограмм было можно купить конфет за него. Есть и серебряная монета.
Какой год, сейчас скажу, 50 копеек 1913 года. А, наверное, это монета самого последнего царя, которого убили. Всю семью расстреляли по приказу Ленина. Наверное, это тот царь. В очень хорошем состоянии. Очень. Очень хорошем состоянии. Серебро. На гурте написано чистого серебра. Вот. Чистого серебра написано. Полтинник, так называемый. Двадцать копеек есть. 1886 года. Орел просматривается хорошо. Есть и такая старинная монета, это тоже царская, 2 копейки, но год, к сожалению, не просматривается. К сожалению, год не ясный. Нет, этой монеты я не нашел. Это коллекция отца моей жены. Вот эта монета. Копейка. 1865, наверное. Не видно хорошо. Ну, уже тоже. Не самое лучшее. Рожденным в Советском Союзе эта копейка очень хорошо известна. 1981 года. Это даже не знаю, какой страны эта монета. Денмарк. Это Дания. Маргарита. Маргарет. Вторая. Денмарк. Дронинг. Дронинг. Денмарк Дронинг. 10 крон. Двадцать рублей 92 года. Пять рублей 91 года. Это очень похожая монета на серебряную, очень цветом сравните.
Ну, очень похоже. Но, может, не серебряно, потому что 99-й год. Один динар. Даже где динары? В какой стране? Даже не знаю. А Югославия? В Югославии один динар. Могли бы быть серебряные монеты или нет? Ну, похоже. Но немножко отличается. Двадцать копеек 1962 года. Ну, конечно, чистить надо их всех. Это литовский литос серебряный. Он из Басанавичус. 5 литов серебряные были. 1936 года. 5 и 10 литов были серебряные. В Литве. Это национальная валюта Литвы. Гурт с надписью. Самая большая монета в коллекции – это 5 копеек. Инициалы FM. Тысяча восемьсот тридцать пятого года. Вот еще один, одна монета царской России, это 1 рубль чистого серебра, 1 рубль, 1813 года. Ну, думаю, состояние хорошее. Кто знает, когда, при каком царе, можете написать в комментариях. Почти равны по размеру. 5 копеек и 1 рубль. Вот. Ну, 5 копеек чуть-чуть, может чуть-чуть больше. Вот еще один СССР рубль, МВ Ломоносов, 1936 год, нет, или 56, 1936 год. Еще один рубль с головой Ленина. И вот такой рубль
1987. А здесь какой год был? А здесь не ясно, какой год. А здесь с Ломоносовым 1986. Простите, обманул. 86 год в этом рубле. Еще один рубль. Может, кто знает. Такой я впервые вижу. Солидарность, мир и дружбу. За антиимпериализм, честность. Нет, честную. Конечно, не прочитаю. 1985 год. Это серебряный 10 литов литовская монета. Старинная литовская монета. Здесь изображен Витутас, князь великий. Князь великий Витутас. Когда правил Литвой литовское государство Витутас, земли Литвы доходили до Черного моря. 1936 год. Обратите внимание на щит. Всадника. Щит с удвоенным крестом. Чистого серебра монета. Очень красивая. В очень хорошем состоянии. Последние 4 рубля. Такой рубль. Карл Маркс. Это, наверное, дата его рождения и дата его смерти. Третий год с Карлом Марксом. Еще один рубль Попов. Даже не знаю, кто это был. Какой деятель? Можете рассказать в комментариях. 1984 или 5. Могу ошибаться. Попов, даже не знаю кто. Вот такой рубль. Ну, это часто попадал рубль. Такой. А какого года он? Даже не знаю. А это Второй мировой войне был. Вот такой последний, самый последний рубль коллекции. Циолковский. Рубль 1987 года.
коллекции монет. Здесь есть еще вот такая очень красивая монета. Это, я так думаю, шведская или норвежская монета. Точно даже не знаю. 20 каких-то. То, если кто знает, может написать в комментариях. Я даже не знаю, шведская или норвежская или данская. Очень красивая. Выглядит очень хорошее состояние. Какой год? 2002. 2002 год. Это норвежская монета, старая. Такая необычная. Я такое впервые вижу. 10 крон. 1985 год. О, да, старая. Довольно-таки. Так как я других старинных норвежских монет не видел. Спасибо, что смотрели. С наступающим годом всех. Счастья, здоровья. Happy Christmas and Happy New Year for everyone. Bye.